Ребята, сегодня тот день, когда я впервые в свои 14 лет увидела фотографию Лёши в интернете и увидела его работу, его труды, его видео, которое он на тот момент делал, и то, что вот, ну, как бы начало знакомство. Еще не стала Лёше писать, потому что как-то стеснялась, там, думала о чем там вот ответит, а не ответит, потому что мне 14, а ему на тот момент было сколько? Лет 30 с копейками, собственно, ну, может, да, 30 с копейками ему было, и как-то, сами понимаете, мне 14, Лёша 30 с копейками, плюс еще мысля, как отреагирует мама, если я буду мужику писать, ну, это ладно. Вот, я хочу поздравить Лёшу с этим днем, с днем того, что я впервые сегодня, тот день, та дата, то число, 13.05, я впервые увидела первую Лёшину фотку. Понятно, что он грузил фотки и раньше. Просто я увидела, понимаете, именно я. И в связи с этим я хочу спеть ему песню. И записать это видео. И выложить в YouTube, конечно же. Тебе на ушко, ты моя ближайшая подружка. Мы в четыре ножки по одной идем с тобой дорожки. Если что, всегда готовы к бою. 20 коготков у нас с тобою, словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две смешинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Мы все вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, прорвавшись между облаков. Лишь одно смущает, нас трудом ребята различают. Им задачи трудной не осилить, кто из нас умней, а кто красивей. Но мы скажем честно, нам так хорошо на свете вместе, что уж если влюбитесь, то знайте, замуж нас обеих забирайте. Мы словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две снежинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Вместе и плачем, мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, прорвавшись между облаков. Пролетают так легко, смеемся вместе и плачем. Мы никогда уже не сможем иначе. И нам дорогу светит солнечный зайчик, прорвавшись между облаков. Мы словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две смешинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Мы смеемся вместе и плачем. Мы никогда уже не сможем иначе, и нам дорогу светит солнечный зайчик, прорвавшись между облаков. Ух! Только, ребята, там была подружка, ну, понятное дело, что текст песни такой, и у меня нет возможности его переделать, я в этом не очень. Поэтому вот. Но, тем не менее, с праздником с этим. Потому что именно сегодня я зашла в интернет, открыла сайт ВКонтакте, тыкнула на Лёшину страничку и такая: «А-а-а!» Ну, как-то так. Так что всем хорошего настроения, ребят.
Самого хорошего, самого офигенного.